Видишь, я уже 12 лет. И что она мне дала, что как бы... Ну да, есть, вот прошло это время. У меня только, ну не было, ну как бы, не то, что негативные такие вещи были, а как бы, ну я нет у меня вот инструкции, что мне делать дальше теперь. Вышел из школы, мне там, не знаю, я вообще боюсь, страшно мне жить. Я не знаю, вот я подхожу к этому, как мне.